2022 год объявлен в Татарстане годом цифровизации. Об этом заявил сегодня президент республики Рустам Миниханов, выступая с ежегодным посланием Госсовету. При этом он подчеркнул, что цифровизация – это в первую очередь инструмент для повышения качества жизни граждан, что является стратегией развития Татарстана. Серьезные задачи стоят перед промышленностью Татарстана, и здесь на одном из первых мест цифровизация производства. Однако, как показали исследования, не все предприятия готовы к решению вопросов нового уровня сложности. Индекс готовности наших предприятий к цифровой трансформации всего 2,7 балла из 5. Лишь каждое четвертое предприятие внедряет технологические инновации. Большинство компаний или недостаточно, или вообще не занимается данным вопросом. Вызовом в системе образования Татарстана стала нехватка кадров. За последние 3 года эту сферу покинули свыше 600 учителей. А высокие результаты обучения показывают лишь 90 школ республики. Правительству поручено разработать программу развития научно-образовательного комплекса Татарстана на ближайшие 5 лет. С полным текстом выступления Рустама Миниханова можно ознакомиться на сайте президент.татарстан.ру.